Привет всем подписчикам. Сегодня хочу поделиться, как чувствую этот мостка после заливки. Ну вот смотрите, в основном я переживал за углы. Что я могу сказать? Угол подняло все равно немножко. Ну вот видно, да, что как бы здесь вот ровно идет, а здесь уже немножко вот поднимается. Но не так сильно. Это уже что-то о чем-то говорит. В принципе, нормально. На этот год я, можно сказать, что этим углом доволен, потому что в прошлом году он был поднят очень сильно, если вы помните. Вот, и, ну, как бы утепленная отмостка, кто помнит, внизу пенополистирол, вот так она здесь ровно идет. А с другого конца немножко, конечно, я разочарован, потому что здесь видно, что угол подняло сильнее. Вот прям это хорошо видно, вот так подняло. И даже получился контруклон, то есть в сторону дома вода, получается, идет туда, что не есть хорошо. Ну, не знаю, может, это из-за того, что снега здесь мало было, но я снег старался выкидывать, то есть утеплил все равно. Ну и плюс еще сверху вот крыша такая, она мешает из досок. И снега мало попадало. Ну, в общем, где снега мало попадало, отмостку подняло все равно. Вот не знаю, как там. Там вроде тоже немножко будто бы идет наверх. Сейчас другого конца покажу, вот там внизу. Там, по-моему, тоже подняло. Вот сейчас я обойду и покажу, что да как. Так, вот здесь, с этой стороны тоже видно, отмостка выровнялась. Но был небольшой уклон в эту сторону. Сейчас здесь будто бы немножко угол уже в другую сторону, опять же. И там угол поднят. Приподнят. Вот здесь. Видно, что есть контруклон. То есть здесь, видите, выше, чем там. Это видно хорошо. Ну, здесь снега не было вообще. Сейчас вот снизу посмотрим. Снизу. Да, есть небольшой контруклон. Здесь снега не было вообще всю зиму. Отмостка утепленная и уклон идет в эту сторону. Я надеюсь, что летом эта сторона обратно просядет. Столбики себя чувствуют нормально. Ничто нигде не подняло. Все нормально. Сейчас пойдем с другой стороны. Посмотрим. Здесь, мне кажется, с этой стороны все-таки подняло. Если судить по доскам, то доски вообще в ту сторону смотрят. Вот как-то так. Все-таки отмостку поднимает хорошенько. Но я надеюсь, что оно опустится на место. Вот разрывы вот эти вот, которые я делал, они работают. То есть сама отмостка, она нигде не потрескала. Все ровно, все четко. Все красиво. Давайте покажу вот там. Спущусь сюда. Вот внизу как. С другой стороны. Отмостка нигде не полопалась, потому что вот у меня есть разрывные такие швы, по которым отмостка должна и как бы разрываться. И вот здесь видим, что доски опять туда смотрят, вниз. Вот там особенно сильно явно видно. Ну, в общем, да, угол подняло. Ну, это не угол, а вот этот край приподняло. Но отмостка для этого и нужна, чтобы защитить дом от вот таких вот природных воздействий. Отмостка должна
обратно сесть на место. Вот здесь видите, какие швы. Летом я вам, наверное, еще видео сниму, покажу, как себя чувствует отмостка, села ли она на место. Но здесь явно видно, что контруклон получился. Там ниже, тут выше. Ну, на этом пока все.